Что, друзья, вот мы в Ярославле, тут очень круто, ребята, будет просто космос. 48 человек в зале, 300 квадратных метров. Это просто огонь, ребята. Так, ну что, друзья, мы заселяемся, начинаем нашу практику. 48 человек. Сегодня будет жарко. Техника готова. Присаживаемся, усаживаемся. Сегодня будет четырехфазное энергодыхание. Самый высший уровень дыхательных практик у нас здесь. Вот наш зал. В итоге будет у нас 8 киловатт звука, 4 квадра и 4 будет фронт. Строп, 300 квадратных метров, все готово для трансдыхания. Вот это я понимаю правильное трансдыхание, что есть. Подышим. Подышим сейчас как следует, наконец-таки. Итак, мы заходим в нашу библиотеку. И тут уже все ожидают великого массала чая. Итак, иду за массалом. Друзья, товарищи, группа, компания поваров. Можно ли будет вынести нам кастрюльку? Да. Вот он, массала чай. Килограмм пуэра. Кастрюля 50 литров, но чуть-чуть меньше. Нам хватит. Это эксклюзивные кадры кухни, ресторана. Папин дом. Это сам ресторан. Сейчас мы идем в библиотеку, где все ждут, ожидают массала чая. Итак, все тут уже собрались. У нас 50 человек практически. Мы в библиотеке папиного дома. Все предвкушаем, ждем массала чая. Воспользуюсь моментом, передаю привет. О, идет. Вот он наш массала, ребята, бравые. Шеф-повар с нами. Налево, налево. Массалыч. Олен, разливай. Друзья, один стаканчик рекомендую. Там специи, там мускатный орех. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Kavindavinam upamashravastamam